Всем привет! Вы на канале Барвина ТВ. Это видео будет о том, вопрос-ответ. Все вопросы и все ответы, вопросы мне задает моя подписчица Виктория Лова. Подписывайтесь на ее канал, там разные интересные видео-челленджи, пранки, ну и все остальное. Она мне задает вопросы, а я ей отвечаю. Значит, я все записала. Сейчас я буду отвечать на ее вопросы и передавать мои ответы ей. Итак, сколько тебе лет? Мне 12 лет. 12 лет мне исполнилось 15 июня. После дня рождения мне захотелось создать канал. Через полмесяца я создала мой канал Барвина ТВ. Так я его назвала в честь Барвины. Там, видеоблогерша. Дальше. Так, сколько тебе лет было? Какого года ты рождения? 2005. Поэтому мне 12 лет. Я родилась в 2005 году, 15 июня. Как зовут моих родителей? Мою маму зовут Люда, а папу Рома. Поэтому я по имени Кристина Романовна. У тебя есть сестра, ну, какой-нибудь блогер? Да, мои сестры, это леди Диана, она живет в Херсоне, Украина, и моя сестра Дана. Следующий вопрос. Ты знаешь канал Элли Ди? Да, я очень люблю канал Элли Ди, мне нравится ее собака Джина. Моя собака такая же, вот она, кстати. Иди сюда. Мою собаку зовут Рита. Она такая же умная, как из канала собака Элли Ди Джина. Она такая же маленькая, такой же маленькой породы. Это девочка. Она тоже понимает все, как и Джина. Сидеть, лежать, голос, дай лапу, ждать. Иди. Вот. Давай, сиди со мной. Так, дальше. В каком городе я живу? Я живу в городе Дальнереченск. Вот. Дальше. Сколько комнат в твоем доме? Это мой дом. Мы его недавно купили. Где-то год назад. И сейчас, как уже лето, мы уже в нем живем. Как лето началось. С мая. Июнь, июль. Ну, месяц, два месяца уже тут живем. Так, в комнат у меня раз, два, три, четыре, пять. У меня 5 комнат. Даже будет больше, потому что мы собираемся делать второй этаж. Вот. Ну, а это были все вопросы и все ответы. А я передаю привет. Виктория Лова, Элли Ди, сестренкам Дианы и Даны, Барвина, Виктория Капелок, Вика Кэт, Рэви Хьюстон. Ну а мы уже закончили. Кому понравилось мое видео, поддержите меня пальчиком вверх. А также предупреждаю вас, что у меня видео снимается кукольный домик. Кукольный домик вышел очень красивым, с красивым полом, с красивыми обоями и с очень удивительным балкончиком. Так что, пожалуйста, поддержите меня 5 классами в первой части. И также будет идти вторая часть кукольного домика, затем третья, четвертая, и в пятой я уже закончу. Всем пока-пока!